Рада вас приветствовать на моем канале, и сегодня пойдет речь о бренде Милани, нашумевшем бренде. Просто девочки англоязычные, блогеры, так все рассказывают, и, конечно же, мне очень-очень захотелось попробовать. И вот у меня такая замечательная косметичка, и все находится здесь. Так, давайте, наверное, начнем. Первый это у нас румяна в знаменитейшем оттенке 05 Luminosum, запеченные румяна. Кстати, они предназначены для контурирования. Хайлайт можно добавлять и, в принципе, для носки самого же оттенка румян. Вот так они выглядят. Здесь у нас находится второй отсек. Здесь у нас зеркальце и щеточка. Вот так выглядит. Так, очень красивый персиковый цвет. Изначально, если вы не можете подобрать оттенок румян, выбирайте персиковый. Это универсальный оттенок. Но, в принципе, если вы такая же бледнокожая, как и я, конечно же, такие оттенки не годятся. Можно экспериментировать. У меня, конечно же, любовь к таким подобным оттенкам, мне очень нравится. Относительно румян, они хорошо ложатся, отлично смотрятся, но опять же, у кого жирная кожа или проблемная, обязательно нужно фиксировать рассыпчатой пудрой. А так, в принципе, замечательные румяна, и, кстати, срок годности 2-4 месяца с открытием, что очень радует, и обязательно присмотрю себе новые оттенки. Так, следующее, это у нас два карандаша. На сайте было несколько оттенков этой серии, и я выбрала фуксию, и оттенок у нас идет бренди. Так, фуксию, покажу вам фуксию. Очень красивая фуксия, такой розовый. Вот так выглядит, кремовая текстура. Отлично они держатся, ну, конечно же, летом в жару немножко, я думаю, будет все же растекаться. Ну, в принципе, по стойкости сейчас они нормальные, я, в принципе, ношу, но... Так, и второй оттенок у нас в бренде, 07. Вот так он выглядит. Еще я жалею, что я не захватила оттенок Hot Pink. Но ничего, думаю, в следующий раз я обязательно его попробую. Так, и приступим, наверное, к самим помадам. Давайте, наверное, начнем с самых таких темных оттенков. Так, самые популярные оттенки. Англоязычные девочки-блогеры хвалили, и, конечно же, очень я хотела попробовать. И... оттенок сейчас найду. Ой, так, простите. Это оттенок Black Cherry, знаменитый 24. Кстати, сама упаковка, видите, очень напоминает чем-то даже Max Factor. У них тоже вышла серия помад. Логотип. Очень такая хорошая упаковка. И номер оттенка, название, сам цвет на крышечке. Итак, давайте, наверное, начнем с Black Cherry. Так, это такой красивый, шикарнейший оттенок темной вишни. Мне он очень-очень нравится. Видите, я уже использовала сколько. Конечно же, для скромных, нерешительных девушек, то есть не каждая женщина-девушка отважится на подобный оттенок в носке, то есть на день, на вечер. Я, в принципе, такой человек, что мне относительно все равно, что там кому нравится, кому не нравится. Главное, чтобы нравилось мне, это самое главное. В принципе, очень мне нравится оттенок, он достаточно хорошо подчеркивает светлый оттенок кожи. Кстати, ни синячков, ни морщинок нет, не подчеркивает. Очень красивый цвет, это говорит о том, что цвет вам идеально подошел. Конечно же, изначально это вечерний вариант, можно, кстати, использовать днем, но тогда или реснички, или подводку, или тушевку мягкую. Я предпочитаю все-таки стрелки, так как мне мягкая тушевка не идет, мне не нравится на себе именно. Так, вот такой оттенок. И сам свотч. Кстати, помады достаточно густые, насыщенные. Я давно искала такую текстуру именно, как помады Милани. Сколько помад бы я ни пробовала, всяких профессиональных разных брендов, вот эта помада действительно шикарная. Я кушала с ней, конечно же, не жирную пищу. Она держалась очень долго, никуда не растекалась. Очень, видите, какая пигментация? Она очень-очень густая. Ну, я опять же наношу обязательно бальзам до того, как буду наносить помаду. Следующий оттенок это Chili Brandy 22. Такой оттенок подойдет больше, мне кажется, девушкам со средним или смуглым тоном кожи. Chili Brandy. Для меня он немножечко такой, слегка он для меня как бы приглушенный этот оттенок. Но он тоже, в принципе, очень красиво смотрится. Здесь такие, в принципе, сатиновые частички. Эта помада была абсолютно матовая.
Так, и сам оттенок. Очень красивый. Так. Это оттенок у нас Chili Brandy 22. Так, опять же, отлично в носке. Следующий оттенок это Sangria. Тоже сливовый оттенок, очень красивый. Опять же, мне он очень нравится. Я его тоже днем ношу. 21. Тоже абсолютно матовый. У них, кстати, очень приятная такая душка. Лично мне очень нравится. Я слышала, что некоторым не нравится, но мне понравилось. Так, и сливовый такой оттенок Sangria. Красивый, посмотрите. Мне кажется, волшебный оттенок. Такие оттенки, ну, их не нужно бояться. Нужно однозначно экспериментировать. И, конечно, такие оттенки мне еще нравятся на дамах постарше. Это женщины за 50, за 60 и за 70, конечно же. Кто следит за собой, ухаживает, у кого позволяет здоровье, финансы и так далее. И следующий оттенок это Rose Amour. Единственный оттенок, который я не пробовала еще в носке. Так, давайте я вам сделаю сводч, тоже абсолютно матовый. Он такой даже тепловатый, можно так сказать. Вот так выглядит сводч. И где-то у меня, к сожалению, не могу я найти, у меня был оттенок Nude. 25 или 26 искала, куда-то я, к сожалению, положила помаду и не могу найти. Вот такие красивые цвета. Вот такой был обзор, приятного просмотра. Спасибо, что подписываетесь, спасибо, что оставляете свои комментарии. И, кстати, заходите на мой блог, там тоже есть сводчи. Всем приятного просмотра, пока-пока, до новых встреч!